Мир вашему дому! Сегодня по народному календарю православный праздник День Ольги. Народный праздник получил название Страдница. По церковному календарю православная церковь сегодняшний памятник равнопостольной княгини Ольги Российской, крещение Елена. Воспоминание чуда святой Ефимии, всехвальной ним же православие утвердился. Празднуется обретение мощей священномученика Илариона Троицкого, архиепископа Верейского, священномученика Киндея Сицкого, Панфилийского пресвитера, преподобного Никодима Ватопецкого, Афонского и другие православные святые, имена которых вспоминают за этот день. Сегодня также православная церковь празднует две иконы Божьей Матери, Аковецкую, Ржевскую и Барталабовская. Поздравляем всех с праздником, всех, кто родился в этот святой день. Желаем здоровья, счастья и благополучия. Светлая память, ушедшую в мир иной.